гости из Узбекистана. Коллектив, который называется «Кукчой». Мы группа «Кукчой» из города Ташкент, из солнечного Узбекистана. У себя в стране более-менее известная группа. Работаем на телевидении. Это у нас такой телеканал «Зор ТВ» называется. Он что-то вроде как вот популярного канала, как СТС, да, идет. Когда нам поступило предложение вообще приехать на этот проект, поучаствовать, честно, мы не верили до последнего, потому что, ну, на какая будет вероятность того, что нас пригласят, в принципе, в Россию, в Москву поучаствовать в проекте. Но по приезду, когда нам вчера сообщили о том, что есть еще какой-то денежный приз, начали почему-то лучше готовиться. Сейчас, знаете, как бы это обидно не звучало для всех остальных музыкантов, но в Ташкенте мы единственная группа, которая выступает от начала до конца вживую. На телевидении это особенно.